Всем привет, с вами Юля и канал Папироска. И сегодня я расскажу вам об РДТшке. Еще не забыли такой формат? Но у меня сегодня очень и очень классный экземпляр. Galaxy Swayfly. Так-то я уже делала обзор на дрипку Galaxy. Она мне в целом понравилась, но вот РДТшка меня очень сильно удивила. В ней столько всего классного и всего за 1890 рублей. Не у многих конкурентов и по более высокой цене есть все эти навороты. Ладно, надеюсь, вам уже не терпится посмотреть на Galaxy поближе, так что давайте начнем. Показывать устройство буду на примере его синей версии. Мне она кажется наиболее симпатичной. Но также на экране сейчас будет картинка со всеми цветами. Итак, сразу отчитаюсь по размерам и прочему. Диаметр 22 мм, высота вместе с дриптипом почти 41 мм, вес 40 грамм, бак на 2 мл. Вроде немного, но все же это MTL. Да плюс эту РДТА можно использовать со сквонг-пином. В общем, не так критично. Далее давайте по чуть-чуть разбираться в конструкции. Сначала поговорим о том, что снаружи. Снизу это хорошо выступающий пин. Поэтому, если захотите себе эту дрипку, то сначала убедитесь, что она влезет к вам в мод. Особенно это касается склонков, где пины хоть и подпружиненные, но с коротким ходом. Для примера у меня есть мод RSQ. На нем эта РДТ-шка смотрится просто замечательно. Никаких просветов, да и в принципе стильно. Также могу показать на примере сквонбокса от DotMod. Смотрится очень интересно. В общем, как вы поняли, этот атомайзер подходит ко многим устройствам. Но все же, если у вас короткий ход пина, то перед покупкой лучше примериться. Далее сверху идет 510-й дриптип, который находится над радиатором для рассеивания тепла. Дриптипы в комплекте два. Один с отверстием побольше, другой для тугой затяжки, с отверстием поменьше. Кольцо регулировки позволяет настраивать обдув от совсем тугого до в меру свободного. С одной стороны тут 6 отверстий, с другой 3. Поэтому можно сделать, чтобы воздух забирался только с одной стороны для тугой затяжки, либо с двух для затяжки посвободнее. Теперь добро пожаловать к самому интересному, к базе. Тут на самом деле даже не знаю, с чего начать. Столько всяких мелких фишечек. Но начнем, наверное, со стоек. Как видите, они рассчитаны на одну спираль. В идеале из обычной проволоки, так как винты в стойках несколько слабоваты. Но клаптоны сюда тоже без проблем влезут. Далее в стойках есть еще винты. Они сейчас закрывают дополнительный обдув. И если их открутить, то будет плюсом к отверстию по центру еще два отверстия обдува снизу под углом 45 градусов. Кстати, если что, винты не задевают за купол в полностью открытом положении. Вот эти два больших отверстия нужны для укладки ваты и рассчитаны на вату под оправу 2,5 мм. Кстати, специально под эту оправу тут есть ложбинки, чтобы вы установили спирали ровно по центру. Вот это очень нравится, огромный лайк. Еще на деке есть маленькое отверстие для стравливания лишнего воздуха при заправке. Тоже очень полезная штука, о которой многие производители почему-то забывают. Наверное, у вас возникает вопрос, а как заправлять этот атомайзер? Не все же пользуются сквонками. А вот для этого есть специальный клапан. Он сделан для флаконов Gorilla. Но из пипетки через него можно тоже без проблем заправлять. Нажимаете на него, открывается отверстие, и жидкость попадает в бак. При этом в обратную сторону уже не выливается. За это самый жирный лайк. Ну и последнее, что вам надо показать, это отверстие, через которое будет поступать жидкость, если вы используете сквонг-пин. Вот оно. Специально расположено сверху, чтобы легче заливалась жидкость. На намотке, я думаю, заострять внимание смысла нет. Тут все очень просто. Лично я здесь использовала спирали наподобие комплектных, то есть из обычной проволоки. Главное, на будущее не забывайте, что оправа должна быть 2,5 мм, ну и количество витков около 8. В остальном просто ставим оправу, аккуратно закручиваем винты, и благодаря направляющим спираль у вас уже будет отцентрована. Кстати, видели новую тему? Китайцы начали делать вату в виде шнурков. Мы уже завезли к нам в магазин такую штуку, на удивление действительно удобно. Чудеса-то какие! Чудеса!
Ну что ж, давайте перейдем к выводам. Мне кажется, что все, что я показала вам на столе, это отверстие для стравливания воздуха, вот эта вот штучка для заправки и прочее-прочее, можно, несомненно, отнести к плюсам этого устройства. Кажется, что сюда запихали все, что только возможно. Честно говоря, я даже не могу придумать, что еще тут можно добавить. Единственное, что вызывает небольшие сомнения, так это вкус. Все-таки до эталонного для меня Looper, да? Ему еще чуть-чуть поползти. Ну, в принципе, при почти полностью закрытом обдуе вкус очень неплохой, но хотелось бы все-таки побольше. Еще, наверное, хотелось бы сказать про ТХ. Здесь все как со вкусом. Он есть, но не такой выраженный, как у эталонных сигаретников. Как видите, даже до самого напичканного всяким-всяким устройством можно докопаться. Ну а все же, если вам нужна простая в использовании, не протекающая и с возможностью использования со сконками РДТ-шка, то welcome. Ну а на этом все. Если вам понравилось это устройство, то голосуйте вот здесь. Или пишите свое мнение в комментарии. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поддержать его лайком. Ну а с вами была Юля. Пока-пока!